Всем здрасте! Рад приветствовать на другой жизни. Разведка состоится. Как-то в одном из предыдущих видео я показывал высокий берег реки, елки, где мы хотели походить. Там дальше церковь стоит. Ну, короче, перелезли мы сюда. Гора высокая, сейчас на нее забирались. Прям, ух, альпинисты, елки-палки, недоделанные. Вот за моей спиной начинается леснина, там обрыв реки. Короче говоря, цель какая? Проверить эту леснину. Что там будет? Советская, не советская? Ну, понятно, что советская это скорее всего будет. Но это интересно. Солнце вылезло, на улице ноль. Число 30 октября. Вперед. Так, дошли до лесу по полю. Ну, поле так, прозвонили слегонца. У нас особо задачи нет. Глина, прям глина. Не знаю, что зовут Глинище. Да, место называется Глинище. Прям Глинище, прям реально. Какие-то медные пластиночки попадают. Проволока, естественно. Ну, там лэпка идет. В принципе, неудивительно. Вошли в лес. Вот, смотрим навигатор. В принципе, там в чем прикол? Вот в этом лесу, который вот по берегу идет. Часть этого леса, это не что иное, как церковная земля на горе. Что на ней было, вообще непонятно. Могло и ничего не быть. Могло даже леса не быть, могли там, не знаю, кого-нибудь выпас быть, просто банально в те времена. Попробуем сейчас до туда дойти, раз уж приперлись. 4 года мы сюда собирались дойти, никак, что-то руки не доходили, хотя не так все сложно оказалось. Вот, сейчас смотрим, пьем чай брусничный, вот, и идем. Так, вылезли сейчас из леса, здесь овраг достаточно глубокий, сейчас мы его обходим вот здесь по полю, щитовичок, но здесь глина в поле, соответственно, сохран, лучше бы не находили. Сейчас обойдем овраг и дальше залезем. Здесь очень глубокие. Так, сейчас где-то здесь вот эту монетку достали. Да, ребят, идем по накату. Да, по сути, это накат. 3,5 метра. Смотрите, сейчас покажу в комочечке. Сейчас попробую снять. Я сам нифига не вижу. Вон она. Вон она. Вот так. Сейчас будем извлекать. Доставай. Это первая чешуя с этой стороны. Уверен, я был, что она тут есть. Чья хоть? Ну, суть по виду. Птичка. Птичка, да? Птичка. Грозненская, что ли? Наверное. Ой, что-то она непонятная какая. Какая она никакая непонятная. Смотри. Она с двух сторон птичка. Двойная птичка. Просто двойная птичка. Дай поснимаем. Может, на камеру увидим. Да. Ой, это птичка вообще. Птичка. Крылышки и хвостик видно. Попробую приближусь, увидите. Мы пока не знаем, что это. Лесу. Вот она с этой стороны. Вон, видите? Вот. И переворачиваю. Похоже на птичку. И переворачиваю. Какой-то интересный чекан. Непонятно, что это. Что это за чешуя такая? Ну, это чешуя. Чешуя. Будем разбираться. И это серебро. Интересные тут штуки с наката вылезают. Это мы еще вот только вот прошли 10 метров. Короче, крышка какая-то. Смотрите. Но тут уж я не знаю, что это такое. Судя по виду со стороны, конечно, он кажется более таким незаросшим. Этот лес. Это очень хорошо. Сейчас уже почти ноябрь, травы нет. Ну, какие-то. Это кусок то ли от трубы, то ли еще от чего-то. Ага. Короче говоря, он очень небольшой, этот лесочек, овраги. Ну, то есть он узенький идет, и поле. Ну, сейчас будем ходить туда-сюда, смотреть край поля. Мы же на краю чешую нашли. Соответственно, заходить куда можно. Ну да, завален он офигеть. Я думал, как-то он более такой. Ну, по фотографиям кажется, что он такой более. Ну, и с другой стороны, вот мы под горой когда стояли, смотрели на горе, стоят крупные деревья на краю. Кажется, что он такой. Серьезные. На самом деле кусты. Ну, короче, здесь, к сожалению, кустарник дальше. А вот она и красота стоит.
Мы туда дальше не полезем, цели, потому что не было. Там дома остались. Вон дом стоит. Вон там по лэпке дом стоит. Не просто остались, а живые. Ну, говорят, что вроде да. Так непонятно. Так. Ладно, ищем. Друзья, посмотрели на навигатор. Вот здесь была деревня, огороды, я так понимаю. А церковная земля была вот, где овражина вот это идет. Ёлки-палки, где фокус-то? Где овражина вот это идет, где дерево стоит, вот там. Короче, империя здесь будет мертвая, скорее всего. А она тут и есть, да? Павлуха. Павлушка? Павел. А, Павлушка? Ой, господи, бедный. Замученный. Нет, я могу, конечно, его помыть. Да, ну смысл, он убитый. Здесь только на серебро рассчитывают. Слушай, тут даже Павлуха убит. Да, Павел-то обычно лучше с охраны. Ну, пошастый. Она лежала сверху. Чешуя-то была. Сейчас какой-то этот шпингалет медный нашел, ну, типа задвижки. Да, она мертвая. Беда. Да, лес-то, я думал, здесь покруче. Здесь кусты. Ну, да ладно. Делаем выводы, что монеты тут есть на этом поле. Еще один Павел, совершенно в таком же убитом состоянии. Только серебро. Трава высоковата. Яички поют. Ну, короче говоря, в целом я считаю, что разведка-то в принципе удалась. Медные монеты здесь, к сожалению. Ну, в принципе, здесь все есть. Медь убитая, но серебро с чешуей может быть. Серебро есть, чешуя-то точно может быть. Поэтому надо ждать, когда не будет травы, приезжайте прочесывать. А медь вот, к сожалению, вся такая. Ну, с глина. То совсем плохо ей. Обыкновенные зеленые кружочки. Так, сейчас уходим. Че у тебя? Сейчас уходим, короче, на машину. Уезжаем уже вечер добивать. Местечко одно. Там Едерхем нашли. Здесь недалеко полазим. Друзья, идем к машине. Ну, трава вон, чтобы вы понимали. Ну, то есть, где-то вот, половина сапога. Для чешуйного поиска это дофига. Алексеич. Ну, мы ее засекли. Михаил Алексеевич, что ли? Или кто? Лекс. Ну, Лекс какой-то. Алексей Михайлович. Алексей Михайлович. На крупную. Ах, я вот здесь Алексей Михайлович. Михайлович, да. Здесь, короче, ну, крупное железо, а сверху чешуйка лежала. Трак разделяет. Здесь такой пиу. Но надо ходить на всех металлах, без всяких масок, без всего. Ну ладно, она есть. Она тут имеется. Уши и чуйка. Больше ничего. Да. Вот, ладно, идем к машине. Так, ну и опять монетка. Ну, короче, да, разведка удалась. Теперь мы знаем, что сейчас трава ляжет немножко. Надо мертвая, конечно. Приезжать и поднимать. Извлекаем. Мертвая монетка. Мертвая монетка. Вот я бы познать-то ее можно. Что за монетка? Времена. Кто не знает. То ли деньга. Деньга. То ли Галаха. Я деньга. Нет, не Галаха. Галах? Николаха. Ну, Николаевский формат. Ну, понял. Ну, убитые они здесь. Зато чешуя есть. Вот так вот. И опять монета, опять убитые. Ну, это здесь не монет. Вот так. Кружочки. Кружочки. Ну что, переехали. Сразу ругаюсь матом на вас. Ямы. Кто не засыпал яму? Ямы, да. Ямки вот как надо засыпать, чтобы видно даже не было. Короче, крестик. Чума. Вот такой. Маленький-маленький. Тонюсенький. Ладно, у нас есть... Как он вообще сохранился? Есть еще часочек. Походим. Оп. В домик. Какая-то хохма сегодня. Еще. Ну, правда, не целенький, а... Часть крестика такого же. Просто малипусинком, посмотрите.
детские, что ли. Наверное, да, маленькие, скорее всего. Такой вот, ну, к сожалению, обломочек крестика. Необычный. Покажу. Видите. Ой, жалко, сломанный. Следующий сигнальчик. Вот такая вот чудесная, ну, пряжечка, наверное. Офигенно. Всегда по дороге к машине. Ну да, уже все. Заканчиваем. Лайк. Ну что, друзья, на этом все. Сегодняшний день дошел к концу. Я считаю, что в принципе разведка удалась. Мы поняли, как там что обустроено в тех местах. Убедились в том, что находки там будут. По высокой траве набрали медных монет. Ну, я думаю, если там медь есть, там и серебро будет, чешуя там точно будет. Ну, ждем где-то, когда трава совсем зеленая ляжет. Наверное, конец ноября где-то, если, конечно, морозы не влупят. Я думаю, что не влупят. Вот, и попробуем повторить данный поход. Вот, на этом закругляемся. Что будем завтра делать, не знаю. Что-то я сегодня подмерз. Вот. Спасибо, что с нами гуляли. Спасибо, что посмотрели. Мы будем дальше для вас снимать интересные похождения. Ладно, ставьте пальцы. Подписывайтесь, делитесь. Бейте в колокол. Пам-пам-пам. Всем спасибо, здоровья и пока!